И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как получать кэшбэк 8,5% на AliExpress. Существуют различные кэшбэки, такие как Letyshop, ну и многие другие, которые рекламируют различные блогеры. Кэшбэк на них, ну, не превышает 6-7%. Здесь же на данном сайте AdmetAt кэшбэк составляет от 8,5%, ребят. То есть это самый выгодный кэшбэк из всех вот этих вот кэшбэк программ. О том, как зарегистрироваться на сайте AdmetAt.com, я уже рассказывал в своем видео. Сегодня же я расскажу, как подключиться к партнерской сети AliExpress и получать кэшбэк 8,5%. Итак, что нам для этого нужно? Для этого нужно пройти регистрацию на AdmetAt, то есть стать партнером сети AdmetAt.com. Об этом, как я уже сказал, я уже снимал видео. Посмотрите, кто не знает, как зарегистрироваться на данном сайте. И далее нам нужно уже подключиться к самому AliExpress. Для этого переходим в пункт «Каталог программ». Выбираем данный пункт. Здесь пишем AliExpress в поиске. Хотя вот он уже на первом месте есть, но все-таки давайте напишем. Так, AliExpress, идет поиск. Так, и вот различные AliExpress. Нам нужно вот именно вот этот AliExpress и найти. Как-то так это звучит. Нажимаем сюда, на данный пункт. Итак, ребят, вот он AliExpress, здесь ставки веб-мастерам от 8,5%, то есть как вы только подключитесь, сразу 8,5% вы будете уже получать от своих покупок на AliExpress. Итак, что нам здесь нужно сделать? Нам нужно нажать кнопочку «Подключиться». Здесь видите правила партнерской программы, читаем, да-да-да, ля-ля-ля. Затем жмем кнопочку «Я прочитал правила пользования платформы AdmetAt». И здесь как вы будете рекламировать партнерскую программу. Я вот просто написал «Я буду рекламировать товары в своей группе ВКонтакте». И жмем кнопочку «Подключиться». Ваша заявка успешно подана. Так, теперь нужно немножко подождать. Сразу видите компания AliExpress, а найти успешно добавлено. То есть все без проблем. В своем видео о том, как регистрироваться на AdmetAt, я уже показывал. Я просто создал вот эту вот группу AliExpress Shop, где нет ничего. И все равно все у меня подтвердилось. То есть меня взяли партнером. И теперь мы уже сможем легко возвращать 8,5% сайта AdmetAt. Как же это работает? Итак, друзья, стали мы партнером AliExpress. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Вот в этом меню нам нужно выбрать рекламные материалы. Далее выбираем вот эту ссылочку Deep Link. И смотрите, чтобы возвращать 8,5%, что нам нужно делать? Переходим на тот товар, который мы хотим купить, из которого мы хотим вернуть 8,5%. Вот я буду показывать на примере данного телефона. Копируем вот эту вот ссылочку на данный телефон. Далее переходим в вот это меню. Вставляем ссылку, которую мы только что скопировали, в пункт «Целевая страница для трафика». И получаем вот такую вот длинную ссылку. Теперь смотрите, жмем кнопочку «Перейти по адресу». И теперь, если мы купим телефон вот по этому адресу, то есть выбираем, покупаем, вам будет сразу возвращено 8,5%. Вот так вот все легко и просто делается. Вот так вот, ребят, возвращается 8,5% с помощью партнерской программы AdmetAt. Денежки здесь возвращаются, ребят, после того, как вы наберете $10. Итак, друзья, вот так вот возвращаем 8,5%. Также, если вот эту вот ссылочку дать кому-либо другому, и этот человек перейдет и купит по данной ссылке данный телефон, 8,5% от вот этой покупки, например, на примере вот этого телефона, упадут вам на кошелечек, на AdmetAt. То есть также здесь можем зарабатывать. Но если кому-то будет интересно о том, как можно заработать на AdmetAt более большие деньги, то есть не только с ваших личных покупок, но и с покупок других людей, пишите под видео, если вам эта тема
интересно, я вам расскажу несколько рабочих таких вариантов, как можно зарабатывать, то есть не только с ваших покупок, но и с покупок других людей. И сейчас я перейду на свой основной аккаунт в AdMeetUp и покажу, сколько же я зарабатываю с помощью AdMeetUp, чтобы вы не думали, что это какой-то там обман. Итак, поехали. Друзья, перешел я на свой основной аккаунт, и вот смотрите, у меня в обработке в данный момент $91, готовы к снятию 4.63, и история выплат, самое главное. Вот, ребят, смотрите, 67, 32, 13, 43, 12, $50, 44, то есть довольно-таки неплохо, согласитесь, можно зарабатывать с помощью данного сайта AdMeetUp. Вот такие вот у меня выплатки имеются. Вот, собственно, ребят, вот так вот можно возвращать 8,5% с сайта AliExpress при помощи AdMeetUp.com. Если что будет непонятно, пишите под данным видео. На этом все, ребят. Я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. А я с вами прощаюсь. И всем до новых встреч.